Что приводит к росту бизнеса? Лучшая цена, которую вы можете предложить благодаря эффективным процессам? Или ваш продукт настолько неподражаем, что рост происходит сам собой? Может быть, дело в вашем превосходном клиентском сервисе, а может, в отличной рекламе, которая заставляет смеяться или плакать? Единственный верный ответ на этот вопрос всегда по-разному. Мы – компания TBWA, и у нас есть метод под названием Disruption. Он позволяет находить новые источники роста для наших клиентов благодаря стратегии, которая разбивает стереотипы и создает новое видение будущего для бренда. Метод состоит из трех частей. Для начала мы определяем convention. Это те рамки, за которые нам нужно выйти. Мы ищем стереотипные действия, которые совершают конкуренты, шаблоны мышления, в которых увязли потребители, и тот багаж бренда, который тянет его вниз. Нам нужно понять статус-кво бренда на рынке, чтобы его изменить. Затем мы формируем видение будущего, vision, чтобы вести бренд в нужном направлении. Мы смотрим на возникающие в культуре сигналы, чтобы понять, в каком мире предстоит жить нашему бренду и на какие темы важно отзываться или оказывать влияние. Чтобы разрушить стереотипы и двигаться в направлении видения, мы создаем идею настолько провокационную, что называем ее disruption. Это не просто новое цветовое решение вашей упаковки или новый рекламный слоган. Это новый взгляд на бизнес в целом, который позволяет вам разрушить стереотипы и одним прыжком обогнать конкурентов. Disruption, Convention и Vision – это наша операционная система. Это то, как мы структурируем мир. Это то, как мы обеспечиваем рост. Мы – компания, построенная на Disruption.